Всем привет, меня зовут Ната Рудман, и хочу сказать, что Артур, организатор вот этого всего глобального мероприятия, отличный наш товарищ, старый знакомец, и у него, кстати, золотые руки, как вы уже прочли в описании, он сам мастерит все эти разные инструменты. Мы бы с вами очень хотели посмотреть на то, что он там делает, потому что ни разу не получалось попасть именно в гости и посмотреть на эту красоту. То, что задумал Артур, это большая редкость. Я лично на таких выставках не был ни разу. Мне кажется, проект Артура Ефремова «Формула музыки» может помочь молодым людям определиться с их интересами в жизни. С удовольствием бы сходил на нее и сводил своего ребенка. Это особенно важно для провинциальных городов, где не так много событий в культурной жизни. Друзья, всем привет! Советую поддержать проект. Я уже его поддержал как владелец уникального инструмента под названием кахон. У меня тоже есть необычный интересный инструмент. Он называется саз. Я привез его из Таджикистана где-то лет 10 назад. Друзья его называют шарабаном там или скворечником. Ну, я, конечно, не обижаюсь, но ничего не понимаю. А еще мы за мир во всем мире и за то, чтобы дети приобщались к искусству обеими руками и ногами. За. Так что, ребята, давайте помогать